А сейчас внимание на экран. Благодаря вашим активным заказам мы получаем от производителей скидку. Помните, я вам говорю всегда то, что цены снижаются только благодаря вам. Много заказов. Производители говорят, хорошие оптовые заказы. Мы даем вам шоп-н-шоу скидку. Мы эту скидку всегда отдаем вам, особенно сегодня, в честь дня рождения. Теперь цена 5999 рублей, и всем делаем свет перерасчет. И это, знаешь, особенно приятно. Почему? Потому что действительно тогда каждая женщина может позволить себе приобрести такие сапоги, а я всегда призываю, чтобы сапоги были в обувном гардеробе абсолютно каждой женщины, потому что это абсолютная элегантность, это абсолютная роскошь. Но сейчас мне хочется поговорить о подошве, которая у нас здесь, в этих сапогах женских Латиша, от бренда Дершпур. Я обожаю танкетку за счет того, что это прекрасная альтернатива для зимнего периода времени, прекрасная альтернатива каблуку, потому что на каблуках, конечно, совершенно небезопасно ходить зимой, ты это прекрасно понимаешь. Здесь же эта подошва обеспечивает нам идеальное сцепление с любой поверхностью, и если мы посмотрим более детально, мы увидим, что такая подошва, она поддерживает свод стопы, она идеально распределяет всю нагрузку вашего тела по всей площади подошвы. Обрати внимание на интересный декоративный элемент, который у нас есть в пяточной части. Это не только декорация, да, это не только дизайн, но это еще и поддержка вашей пятки. То есть это идеальная фиксация вашей ноги внутри этих сапог. То есть продуман абсолютно каждый элемент. Вот таким образом работает наш любимый бренд Дершпур. А я хочу напомнить, уже более 20 лет он представляет свои обувные коллекции. Делает коллекции два раза в год. Это очень важно, да, почему? Потому что более 2000 пар новых моделей обуви представляет нам этот бренд. Это всегда качественно, обувь, это всегда, ты знаешь, европейские технологии, немецкие технологии. Такую пару обуви, когда вы приобретаете, вы понимаете, что вам ее приятно носить, да, вы хотите ее обувать каждый день, потому что такая обувь дарит вам и любовь вашим ногам, и роскошь, да, и также престижный внешний вид. Да, очень стильно смотрится подошва, да, да, она дополняется таким кантиком блестящим, да, и сразу такой эффект праздника возникает. Я такие моменты называю завлекалочка, когда, правда, они такие очень незаметные вроде элементы, но всегда привлекают внимание. О завлекалочках знает все наша главная героиня Анечка. Аня, скажи, тебе нравится визуально, как смотрятся эти сапоги? И по комфорту, по высоте, по каблучку тебе подходят? Нет, конечно, для зимних прогулок, мне кажется, это очень комфортно, удобно. И в то же время, да, какой-то небольшой каблучок все-таки присутствует. Угу. Ну, конечно, всегда хочется быть чуть-чуть повыше. Вот, это точно. У меня-то вообще рост невысокий, 1,62 м, поэтому мне всегда хочется немножечко подрасти, визуально хотя бы, да, но на каблуках зимой опасно ходить, а здесь то, что нужно. Итак, смотрите, 5999 рублей за удобство, за здоровье, за премиальный внешний вид. Знаете, вот очень часто себя ловлю на мысли, когда заранее перед зимой покупаю себе зимнюю обувь, потом жду, ну когда же уже зима начнется, когда же холода будут, когда же я достану свои любимые сапоги, надену их и выйду из дома. Вот это ощущение, когда вы надеваете на себя премиум, эксклюзив, оно непередаваемо. Вы выходите на улицу, и есть ощущение, что все понимают, что вы сегодня впервые надели эксклюзивную обувь. Обязательно закажите, побалуйте себя качеством за 5999 рублей с бесплатной доставкой и со скидкой 50%. У нас сегодня день рождения. Продолжаем гулять. 10 дней будем радовать вас лучшими коллекциями. Сегодня ожидаются и, конечно, звезды на нашем телеканале. Но самая главная звезда сегодняшнего дня – это наша Анечка, главная героиня сегодняшнего дня. Человек, который не сидит на месте. Может быть, вы сейчас себя узнаете в Анечке. Двое детей, но при этом для нее очень важна карьера. Очень важно, чтобы, знаете, вот красивой женщиной оставаться, следить за собой. Как Анечка все успевает, я не знаю. Но главное, Анечка, тебе это удается. Благодарю. Аня, мне нравится твой выбор, который ты... Мы, кстати, Аню спросили, Ань, вот смотри, вот сегодня у нас будет мужская, женская обувь, такие-то ботиночки. Что тебе нравится больше всего, выбирай и приходи к нам в гости. И Анечка выбрала главное предложение дня. Почему, Ань? Ну, я обожаю замшу, на самом деле. Она всегда выглядит очень благородно. И я так уже представила свой образ на зиму. Мне кажется, она подойдет как раз к моему гардеробу. Mm-hmm. И удобно, и комфортно, и красиво, и элегантно. В общем, все в одних сапожках. Ну, я смотрю, у тебя золото, бриллианты. Для тебя, наверное, очень важно тоже и качество обуви, да? То есть кожа, она тоже разная бывает. Бывает такая цвет кожи, которая очень быстро может поцарапаться, да? Да. А у нас премиум качество. Вот научи нас разбираться в качестве. Ну, ты знаешь, сразу хочется сказать, что бренд Дершпур выбирает для себя, для своих коллекций,
коллекции самые лучшие модификации натуральной кожи. Вот я сейчас вам на ваших экранах демонстрирую. Вот они, одни и те же сапоги, бренд Der Spur. Но здесь вы видите две модификации. Это у нас натуральная кожа и натуральный спилок. Я лично всегда для себя выбираю натуральный спилок, потому что я обожаю этот материал. Он действительно выглядит дорого, он выглядит роскошно. Он всегда добавляет статусности вашему внешнему виду. Мне очень нравится натуральный спилок за счет того, что он обладает невероятной мягкостью, всегда подстраивается по вашей ножке. То есть, когда вы приобретаете эту пару обуви, вы сразу же достаете ее из коробки, вы надеваете на себя эти сапоги и понимаете, что они сразу же буквально идеально сидят на вашей ноге. Точно такая же подстройка будет, конечно же, и из материала, который выполнен, вот у нас натуральная лицевая кожа. Но я отмечу, за натуральной кожей, конечно же, гораздо легче и проще ухаживать. Вот те женщины, которые выбирают практичность, да, в своем образе, это для них идеальный вариант, потому что здесь достаточно просто протирать все влажной тряпочкой, и они будут выглядеть опять так же красиво, так же стильно, так, как будто вы приобрели их только сейчас. Еще раз давайте посмотрим фактуру натуральной кожи. Вы видите, какой здесь мягкий, лаконичный блеск, который привлекает внимание. Посмотрите, какая мягкость, какая пластичность у этой кожи. Действительно обладает невероятной мягкостью для того, чтобы обнимать ваши ножки. Вот по-другому здесь не скажешь. Именно теплые, я бы даже сказала, жаркие объятия будут дарить эти сапоги, да, до минус 20 градусов. Отлично. Ну, минус 20 мы всегда говорим, Аня, это вот если голенькая ножка, а если носочек надеть, то будет еще теплее. Поэтому, друзья, для зимы то, что нужно. 5999 рублей. Это самая выгодная покупка только одного дня. У нас остается чуть больше минутки для того, чтобы еще раз рассмотреть самую выгодную покупку только одного дня, сэкономить 50%, да еще и получить бесплатную доставку в любой регион России. Да. Мне очень нравится, что они только снизу, да, вот полностью в меху. Ну, ты знаешь, на самом деле здесь две функции для того, чтобы, вот, во-первых, да, почему здесь только в нижней части у нас натуральная шерсть. Во-первых, для того, чтобы стопу вашу согревать, да, я напомню, минус 20 градусов, выдерживать температурный режим натуральная шерсть. Во-вторых, конечно же, чтобы облегчить вес изделия, то есть у этих сапог нет дополнительного веса за счет того, что голенище у нас с вами утеплено, вы видите, мягким шелковистым ворсином, который абсолютно мягко будет обнимать вашу ножку, и, конечно же, для каждой женщины абсолютно приятно, что никакого дополнительного объема эти сапоги вам добавлять не будут. Это важно, потому что каждая женщина хочет выглядеть стройно и красиво. Каждая женщина хочет успеть подготовиться к зиме. Когда наступает зима, цены еще больше взлетают. Поэтому сейчас давайте закажем с вами главное предложение, самую выгодную покупку только одного дня в рубрике «Обувь» – зимние сапоги для любой ножки подходящие.